Всем привет, а по ту сторону экрана я Неркин. И что же, сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт версии 2.0, так как я его так, блин, называю 2.0. И сегодня расскажу, что у меня случилось за это долгое-долгое время, которое я не пускал ролики, не заходил на Майнхак. Ну что же, я перебрался с того вот места, где там 1500 блоков. Так как я поставил себе новый Майнкрафт, то у меня никаких модов нету, к сожалению, но в скором времени я их поставлю. Там у меня была деревня с песка, там где жил Андреечка, я и не игру Nintendo и Dodge Smash. Пока что я прибрался сюда за 1500 блоков. Вот здесь у меня курицы должны быть, но не свиньи. Здесь у меня должны быть только свиньи, а здесь коровы. Ну не знаю почему, но они как-то вылезают с этих штук вот этих. Я не знаю, что делать. Да, кстати, как видите, качество новое, текстурпак, ну то же самое текстурпак, но только 64 на 64. И кстати, люди, вот смотрите, что я зачаровал себе кирку с первого раза на Efficiency 4, Unbreaking 3 и Fortuna 3. Это с первого раза, я просто обалдел, люди. Так, я не знаю, почему так вот так иногда подлагивает странно, под 30 FPS под... так вот, вот все супер. Смотрите, пока что я начал строить вот себе вот такой вот домик. Вот он, мой дом. Вот как видите, пока что он еще не закончен. Тут пока что доски и тому подобное. То есть я скоро времени не буду заканчивать. Также я закрыл своих жителей. Как видите, вот они, мои жители. Смотрят на меня таким взглядом, как будто я у них кусок сала украл. Ну да, украинец, кусок сала, да. Лоль. Также там еще два жителя есть. Пока что я их ничего с ними не делал. Вот. Сделал тут пока что такой вот выход. То есть здесь было только раз, два, три, четыре, пять, пять, да, пять было. И вот этот колодец. Ну, не было пампкинов, то есть я их сам уже понаставлял. И идем, люди, я вам кое-что покажу. Кое-что, то, что я нашел. Ну, это замшелый булыжник. Идемте. Это я себе копал пещерку такую. И, ну, вы не поверите, конечно же, я не знаю, как мне так повезло, но мне повезло, люди. Сейчас вам покажу, как даже. Как видите, здесь мой сундук, здесь я... А, мне тут даже инвентарь фикса, жаль. Здесь у меня плавильня, то есть некоторые так... Крафтинг тейл, так, ну, тут, в общем, то, что у меня лежит, что-то так. Кстати, я выбил зомби, вот этот койф, кольчужный шлем. И что же, ну, так, это так, база пока что моя на первое время. И идем, спускаемся вниз. Да. Спускаемся вниз. И я нашел, смотрите, как высоте. О, нет, сделал скриншот. Хорошо. На высоте 13 блоков. То есть я нашел себе вот такой вот шахту, где очень много алмазов. Но их так не очень-то и много, конечно, было. Я выкупал всего 7 алмазов и киркой на фортуну выбил из 7 блоков, потому что у меня была кирка, железная кирка на шелковое касание. Я выбил 7 блоков, и после 7 блоков я выбил этой киркой, и у меня было 17 алмазов. Как видите, здесь я буду делать спавнер из вот этих вот пауков. Не спавнер, а тоже есть спавнер. Буду делать себе ферму опыта. Пока что я еще не закончил. Здесь, где вот видите, где вот таким вот блоком заставлено, это то, что я уже ее, то есть проверил эту пещеру, и больше ничего в ней нету. Да. Ну что же, в принципе, это вот что хотел показать. Также здесь еще один спавнер нашел. Не знаю, может, делаю я их и 2, или 3. Ну, я не знаю, посмотрим, сколько у меня хватит времени. Так как начались экзамены. Уже во вторник экзамен, сегодня воскресенье. Так, пока что пещерку я вам показал. Так. Ну, тут также тоже был вход, я его выкопал. Так, и ставим его здесь. Супер. Фух. Ну, как-то, в принципе, вот так я вот все сделал. Офигительно. Мне понравилось, в общем. Текстурпак вообще. Офигевает текстурпак. Это бомба, а не текстурпак. Да. И идем вверх. Пока что у меня какие планы на будущее. Во-первых, это достроить свой дом. Вот мой домик. Вот мы. Достроить вот такой вот мини-домик сделать. Потом создать где-то здесь, поставить портал в ад. Сделать вот в этом доме, я сейчас вам покажу.
Да, в этом доме есть зачаровальня, то есть enchanted можно на первый уровень зачарить. Вот, на efficiency супер. Он зачарит себе вот кирочку. Также я зачарился вот на что. Как видите, мне понравилось, то есть защита хорошая. Так, это мой домик на первое время. Тут я сплю, тут у меня все драгоценности, которые у меня есть. Как видите, это просто непревзойденные люди. А, здесь у меня печки, чтобы, ну, место не занимать. И здесь у меня все, что хочешь, лежит. Так что бери, воруй. Воруй, бивай, да буди, да будай. Как видите, много всяких вещей. А, ну также есть, на всякий случай, я поставил себе одну варочную стойку и сделал одно, это неловкое зелье, которое, ну, положить еще какие-то предметы и сделать какое-то зелье. То есть, на всякий случай, вдруг мне понадобится зелье скорости, и, ну, очень скоро, очень быстро нужно будет его сделать. Так что, ну, я положу только сахар, потом редстоун и все. Здесь я думал, что будет очень много ресурсов, к сожалению, здесь оказалось вообще мало ресурсов, даже стака железа не набрал. Обычный этот каньон. Так, люди, ну, тут у меня, как видите, озеро. Я потом кое-что с ним сделаю, такую сделаю небольшую мельницу, ну, как бы так, декоративную мельницу, понятное дело. Ну что же, тут у меня вот там дальше, а, блин, карты, я всегда на X карту открываю свою. Там, кажется, ничего нету, кроме леса. То есть вот там, где-то в той стороне, нет, вот там прямо у меня, как видите, болото. С той стороны у меня джунгли, с этой стороны у меня лес, дальше тут равнина, и где-то там дальше, вот с той стороны еще, там у меня есть уже зимний биом. Это очень круто, то есть хорошую местность поселился. Буду делать вот много-много-много-много разных строений, что ли, нет такого слова, может и есть, ну как-то много-много чего строить здесь буду. Но это уже когда мне закончатся экзамены, я все сдам и получу аттестат. Ну что же, а на этом, наверное, все. Да, люди, знаю, видео ужасно маленькое, так как времени почти нету. Сейчас я вот вырубаюсь, иду кушаю и занимаюсь математикой, потому что у меня первый экзамен математика. Как это ни странно, как это ужасно. Дальше экзамен с украинского языка, с английского, с биологии и географии. Ох, это, люди, это очень сложно. Ну что же, а давайте я с вами попрощаюсь. Да, это был вот я, Неркин, на новом компьютере. Были некоторые приседания в FPS, не знаю почему, это в скором времени я улажу. Так что, на этом все. Это был Неркин. Подписывайтесь на видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока!